12 апреля 1945 года. В течение 12 апреля на территории Чехословакии, северо-восточнее и севернее Братиславы, войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город и железнодорожную станцию Скалица и более 30 других населенных пунктов. В Вене войска 3-го Украинского фронта вели уличные бои в городском районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой Дунай, где заняли более 60 кварталов. За 12 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов противника.